Счастливы втройне. Так о себе говорят молодые родители Андрей и Юлия Машковы. 20 мая у них родилась тройня. Новоиспеченные мама и папа уверяют, ждали этого события 4 года с момента бракосочетания. Правда, сейчас вынуждены вместе с медиками бороться за жизнь младенцев. Те появились на свет недоношенными. Наши журналисты побывали в гостях у малышей и их родителей и выяснили, какая помощь нужна семье. Алианна, Милена и Виктория – так назвали тройняшек их родители Андрей и Юлия Машковы. Говорят, новорожденные появились на свет раньше времени. Две девочки весят чуть более килограмма, а самая крохотная – всего 690 грамм. Сейчас малышки находятся в реанимации на аппаратах искусственного дыхания. Мы покупаем для них специальное питание и для недоношенных деток, и дополнительное питание, это жиры, аминокислоты. Он стоит порядка 500 гривен, этого нам хватает на день, на троих деток. Их еще очень сложно найти. Вот заканчивается, в Запорожье нигде нет сейчас там определенного препарата, мы прозваниваем уже по Киеву, по другим городам. Ну и так еще дополнительно, конечно, кучу всего по мелочи назначают. Помимо дорогостоящего лечения, молодые родители столкнулись с еще одной проблемой – жилищным вопросом. Живем в общежитии, без права приватизации. То есть, как бы, и у меня по моей линии, то есть у родителей, там тоже, в принципе, негде двухкомнатная, 4 человека прописанных. Вот. Хотим обратиться, да, слышали, что раньше давали квартиры с тройнями у кого. Так вот, надеемся, что как-то город посодействует. Семья Машковых планирует обратиться за помощью в решении квартирного вопроса к мэру Александру Сину. Также просят всех неравнодушных запорожцев помочь средствами на лечение малышек. Желающие оказать поддержку могут звонить по телефонам, указанным на экране. Несмотря на все трудности, новоиспеченные мама и папа верят в лучшее и уверяют, нет большего в мире счастья, чем быть родителями.